Казанский федеральный университет вновь стал главным партнером акции «Татарча-диктант». О том, как проверить грамотность на татарском языке, смотрите далее. В этом году диктант можно будет написать в один из трех дней с 10 по 12 сентября. В первый день приглашаются жители Татарстана и Башкортостана. Во второй – желающие из других регионов России. А в заключительной – участники зарубежных стран. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию. Диктант можно будет написать в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Аудитории 342 и 345. Начало в 11:00. Татарстан пишет текст Гумара Баширова. Очень интересный текст. Здесь, в нашем институте, диктует, получается, диктант профессор Галиуллина Гульшат Раисовна. Для участия предварительная регистрация не требуется. С собой следует взять ручку и маску. Для тех, у кого не будет возможности прийти очно, будет организована онлайн-трансляция на телеканалах ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета» в 11:00 по московскому времени. Проверить свои знания можно будет прямо на сайте diktant.tatar. Ознакомиться с результатами участники смогут в течение месяца на сайте диктанта. Отметим, что в Казанском федеральном университете диктант проходит уже в шестой раз. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.